Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот тушенку Хорошо марка, кусковая говяжья. Покупал ее в фикс-прайсе за 25 рублей, здесь 340 грамм. Вот, фотография на состав в конце ролика будет. Вот. Здесь вот телефон горячей линии даже есть. Вот, давайте ее посмотрим, откроем. Когда-то давно, наверное, в прошлом году, по-моему, мы покупали с мужем такую, хотел сказать, сгущенку, тушенку в деревенском магазине. В принципе, она была на вкус, ну, нормальная такая. Какие-то непонятные кусочки, похожие на мясо. Ну, посмотрим. Так, открываю ее вот такой штучкой. На нее обзор я уже делала. Сейчас посмотрим, получится у меня открыть или нет. Очень хороший вариант как для женщин, потому что другой обыкновенно мне не получается открывать. Вот это была предыдущая баночка, которую я пыталась открыть самой стандартной штучкой, крышка не снималась, и у меня вот такой вот момент получился. Чувствую ароматный запах. Так, сейчас мы возьмем с вами тарелочку, тарелочка наша. Вот. Смотрите, прямо кусочки, кусочки мяса непонятного, наверное. О, прямо много всего. Вот, там чуть-чуть остается такое. Пахнет, кстати, как какой-то суп. В детском саду, наверное. Вот, ну, наверное, здесь больше похоже. Больше, знаете, кажется, как будто черный хлеб с бульоном. Сейчас попробуем ее. На вилку насаживается, это уже хорошо. Попробуем. По вкусу напоминает, может быть, конечно, это и мясо. Не знаю, мне даже сложно сказать. Может быть, мясо, какие-то непонятные куски, очень-очень хорошо сваренные, и они очень нежные, мягкие такие. Но по цвету вроде вот оно мясо. Сейчас покажу. Сейчас я вот ложечкой зачерпну. Это что такое? Вот тут вот кусочек вот какой-то. Вот. Видите, там не видно, не видно. Маленькие полосочки, они похожи больше на грибы, наверное. Вот как вот грибы сваришь, очень-очень мягкие. Вот это вот тоже, кстати, больно похож прям на гриб с какой-то прослоечкой. Может быть, конечно, это и есть там какое-то мясо. Не знаю, по вкусу, как бы, да, они вкусные такие, сочные. Сейчас я еще раз попробую. Нет, на мясо не похоже особо. Вкус просто много бульона, специй. Очень сочный кусочек, мягкий. Скорее всего, не то, что даже мясо, а как какое-то что-то переработанное, превращенное в куски. Жирок там даже вот добавлен. Еще тут что-то непонятное.
для тех, кто, наверное, вот просто лишь бы поесть, как бы да, оно подходит. Не знаю даже, что это. Не могу даже сказать. Не советовала бы, наверное, вам покупать. А, ну вот белок соевый текстурный, говядина, жир говяжий, вода питьевая, лук репчатый, крупа манная, соль поваренная пищевая, перец черный, стабилизатор, краситель пищевой, рис, лист лавровый, ну вот, наверное, его я почувствовала. Ну, в принципе, слово амиаси здесь нету. Такое что-то, да, сваренное с рисом, соль, там, перец, ну, там, специи, да. Белок какой-то там соевый, перемешанный, там, с говядиной. А, нет, вообще-то говядина есть, написано. Ну, наверное, говядина, это бульон, наверное, от нее, от говядины. Жир там, что-то перемешанное, да, что-то такое сделанное. И просто разрезано на кусочки, похожие на мясо. Как, в принципе, сейчас делают икру красную, подобие. Вот что-то такое же. Хотя мне всегда казалось, что красную икру подделать очень сложно. Но нет, ее тоже научились делать. Часто не советую покупать. Не знаю, мне кажется, если даже ждать собаки или кошки, не думаю, что они будут кушать, как бы пахнет мясом, но даже не знаю, честно. Отравиться-то нет, наверное, я думаю, не отравится, там, где добавок нету, просто что-то подобие, какое-то, вернее, подобие мяса сделано, бульон мясной, ну, жирок я вижу тут. Не знаю. Короче, такой вот у нас с вами обзор получился как-то так. В принципе, я даже немножечко удивлена, потому что, как я до этого говорила, мы уже с мужем покупали такую тушенку, и там было гораздо меньше этих кусочков, их было гораздо меньше. Там было 2 или 3 больших кусочка, и все. А здесь прям мелкие-мелкие. Ну, насколько мне помнится, это та же самая тушенка. Хочется сказать сгущенка. Тушенка та же самая. Ну, не знаю, видимо, наверное, во всех баночках бывает по-разному, наверное. Зависит еще от, как их называют, от партии, от смены. Как бывает, хлеб у нас одна, первая смена хорошо делает, вторая не очень. Также с банками с краской, которые дерево вот красят. Первая смена делает голубой цвет краски, а вторая смена делает голубо-зеленый. Вот, голубо-зеленый цвет. Вот, наверное, здесь точно так же, я думаю. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Покупали вы такую тушенку в фикс прайсе, не покупали, может быть, вы хотите, чтобы я сделала обзор на какой-то другой продукт из фикс прайса, напишите обязательно в комментариях, мне будет очень приятно, если вы там что-то хотите. Вот. Также смотрите мои другие ролики, также обзоры из фикс прайса, сейчас они идут по очереди, потому что накопилось очень-очень много, пока я сидела на диете. Про диету тоже отдельный ролик, отдельная папочка. Не папочка, а плейлист. Вот. И также наши влоги с сыночком. У меня маленький сыночек. 1 год и 9 ему. Как мы живем, как мы развиваемся, как мы гуляем. Тем более у нас уже почти лето наступило, 30 градусов. Вот. И у нас начинаются влоги, наши прогулки, путешествия, как мы с ним гуляем по городу. Вот, и всем спасибо за просмотр, и пока-пока.